Там отчетливо было слышно. О, жесть, еще одна голова. Всем привет, ребята! Меня зовут Ирина Ясинская, и вы на канале Королевы Мистики. Сегодня, друзья, мы с вами проверим одну легенду. Что будет, если в 3 часа ночи послушать Барби Экзе музыку, друзья, наоборот? Думаю, что будет интересно. Перед началом обязательно подпишись на мой канал и не забудь поставить лайк и написать самый крутой комментарий, потому что именно он, только он попадет в мое видео, как этот, друзья. Ну, а я уже спешу показать вам, как выглядит аудиодиск Барби Экзе в реальной жизни. Итак, друзья, мне прислали вот такую кассету с Барби Экзе. Эта кассета, я не знаю, вы даже знаете такие кассеты или нет, раньше у нас все фильмы были вот на таких кассетах, вот на таких пленочных кассетах. И сегодня мне прислали Барби Экзе именно на такой кассете. Я не знаю, что мне делать, потому что у меня просто нет сейчас такого носителя, по которому я бы могла прослушать эту аудиопесню Барби Экзе. Поэтому я решила отдать эту кассету в специальный сервис, который находится у нас в городе, и мне с этой кассеты перезаписали на обычную флешку. С флешки я скинула на телефон, и прямо сейчас я могу вместе с вами прослушать эту проклятую музыку, музыку Барби Экзе, которая поется наоборот, то есть реверсивно, то есть в обратную сторону. В общем говоря, если послушать эту песню в 3 часа ночи, что-то произойдет. Прямо сейчас с вами это и проверим. Готовь сладенький чай, печенюшечки, и мы вместе будем слушать этот ужасный трек. Будьте внимательны, не пропустите, и, возможно, что-то внутри этой песни будет жуткое и криптовое. Лайк, подписка, погнали! Так, друзья, прямо сейчас эта песня у меня начинается. Включаем ее и слушаем все вместе внимательно. Так, погромче. Да-да-да, это точно песня Hi Barbie, только наоборот. Вы слышите, да? Что это было? Что это было? Вы слышали? Погодите, погодите, погоди. Вы слышали? Вы слышали? Там было «Беги, беги», точно. Там было какой-то демоническим голосом было «Беги» сказано. Обалдеть. Слушайте, ребята, давайте посмотрим, что будет дальше. Я вообще в шоке просто, я просто в шоке. Это реально какая-то проклятая песня Барби Экзе. Ничего не понятно, ничего не понятно, но я слушаю внимательно, потому что... Что? Там что-то было. Я что-то слышала, ребят, давайте перемотаем, попробуем еще раз послушать. Так. Там отчетливо было слышно «Я слежу за тобой». Господи, ребята, Барби Экзе, что ли, где-то здесь? Голос очень мерзкий, как будто сущего ада со мной кто-то разговаривает, друзья. Ладно, слушаем дальше. Реально, это уже не смешно. Я как бы думала, что просто мы послушаем песенку наоборот, но получается, что внутри этой песни заложены какие-то демонические слова. И интересно... Вы слышали это? Сатана! Отчетливо было слышно. Ребят, сейчас, секунду. Там прям... Сейчас, на минуте. Что-то было еще сказано. Блин, не разберешь, не разберешь. Что, что? Короче, на минуте где-то 29 было сатана.
Я надеюсь, что вам слышно, друзья. Если, короче, если вам, друзья, не будет слышно, что реально слышу я, потому что, возможно, плохая запись из-за того, что кассета очень-очень старая, может быть, плохая запись, и вы не слышите, что действительно внутри кассеты, внутри этой аудиозаписи какой-то демонический голос, то обязательно вступайте в мою группу Telegram Ирина Ясинская. Ссылка будет в закрепленном комментарии, а также в описании под этим видео, друзья. И напишите мне, я лично вам отправлю этот аудиофайл, и вы его послушаете. И потом напишите мне, выражите то, что вы услышали. Возможно, я что-то пропущу. Поэтому слушаем дальше. Воу. Очуметь просто. Я такого не ожидала. Я не ожидала реально. Что? Что там? Еще какой-то, погодите, 2 секунды назад. Я не понимаю, но что-то там... Что? Господи, это ужас какой. Что? Там, походу, было... О, спасайтесь. Что-то такое было сказано. Спасайтесь, погодите. Сейчас, 2 секунды. Спасайтесь, точно, спасайтесь, ребята. Там какой-то стрёмный голос демонический говорит, спасайтесь. Это что было? Это что было, вы слышали? Это был какой-то стук, что ли, или что? Реально, мне становится уже не смешно, ребята. Реально, возможно, это работает. Поэтому никогда не повторяйте, не слушайте песню Барби Экзе. Наоборот, не заказывайте этот аудиофайл никогда. Что-то еще, возможно, он нам скажет. Возможно, это какая-то загадка. Возможно, нам нужно собрать все эти слова, выписать их. Не понимаю. Там какие-то слова есть еще, но я их не понимаю. Что-то он говорит, что? Я не понимаю. Мне нужно больше времени. Что? Что? Сейчас, ребят, я слушаю просто внимательно, что там, что он поет, что он говорит, точнее, в этой песне. Уходи, вот это я отчетливо услышала. Уходи, да куда, черт подери, я пойду, если я дома. Это ты уходи, тебя сюда никто не звал вообще-то. Ладно, слушаю дальше. Вот это да, вот это здесь на куплете слышно абсолютно четко, ребята. И не пишите мне, что вы этого не слушали, потому что это реально слышно. Сейчас я отмотаю пару секунд буквально, пару секунд, прям, о, черт, как сложно, так, пару секунд, и послушаем. Давай поиграем, было сказано. Сейчас... Ребята, вы это слышали? Давай... Что это? Что происходит? Я слышу какие-то шаги в коридоре. Ребята, вдруг это Барби Экзе реально у меня дома? Жесть. В общем, я была бы не я, была бы не королева мистики, если бы я это прямо сейчас вместе с вами не проверила. Так что отправляемся и посмотрим, что происходит там, за этой дверью. Так, а пока мы направляемся туда, мне жутко. Оцените, пожалуйста, все мои масочки. Кстати говоря, все это необычные масочки. Все они прокляты. И они работают, если их запустить. Так, ладно, проверяем. Барби Экзе. О, черт. Барби. Вау, кто выключил свет? Блин, включите свет, пожалуйста. Жесть. Так, 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 что происходит? Блин, офигеть, ребята, выключился свет. Что-то у меня с камерой, что ли, я не пойму, что происходит. Но я вижу, что какая-то лежит. Это зеркало Барби.
Реально зеркало Барби. Что оно тут делает? Жесть, я не буду его трогать. Вдруг оно заговоренное. Вообще, вы знаете, что все зеркала – это вход в потусторонний мир. Здесь еще домик Барби. Маленький домик Барби. Вот черт! Ребята, просто поглядите. Вот это жесть. Просто посмотрите. Вот этого я не ожидала. Это откуда все здесь? Вот это да! Это нифига, конечно, не Барби, но это куколки, которые, ну, типа, подделки Барби Экзе. Посмотрите, она вся в крови. Здесь какой-то отрубленный игрушечный палец, кукольный красный глаз и шприц, ребята, жесть. Голова Барби. Голова тоже маленькой куколки, посмотрите. О, жесть, еще одна голова. Жесть, ребята, просто три головы в домике куклы Барби. Они выглядят ужасно. Кто здесь? Барби Экзе? Так, ребята, это моя проклятая кукла Наташа, которая аналог Аннабель. Кстати, это видео есть на моем канале. Предыдущее вы можете его посмотреть. Тоже очень жуткая история. Хозяйка этой куклы скончалась при непонятных обстоятельствах, абсолютно совершенно. Возможно, она как-то тоже связана с Барби Экзе. И здесь какое-то платье, ребята, похожее платье на Барби. Что это? Блин, черт, опять выключился свет. Включите свет, Барби Экзе, это ты? Включите свет, пожалуйста, включите. Так, так, у меня что-то с камерой, она тупит, ребята. Я что-то слышу. Опять выключили свет. Ребята, что же это за фигня? Почему выключается свет? Какого фига, блин? Включите свет, я боюсь темноты. Включите. Мне плохо, ребят. Черт. Мне плохо. Я не могу в темноте. Что произошло? Камера пишет. Ребят, вы тут? Что-то произошло, я вырубилась, потому что часто отключали свет. Ребят, мне кажется, что здесь кто-то есть. Давайте-ка включим свет большой. Кто здесь? Барби Экзе, это ты? Барби Экзе, это ты? Никого нет. Вау! Вау, ребята! Это Барби! Барби Экзе реально у меня дома в 3 часа ночи! Итак, ребят, я думаю, что пора заканчивать это видео, потому что действительно, если послушать песню, Барби Экзе наоборот, она придет к вам в 3 часа ночи. И челлендж, с вами была Королева Мистики. Всем страшной ночи! Пока!